день, с вами Наталья. Сегодня я хочу показать, что произошло с моими срезанными бархатцами. Ну, еще их называют чернобривцы. 18 числа мы были на даче, и вечером поздно я срезала их, привезла домой. Поставила их. А их было 5 штук, один у нас оторвался. Поэтому я 3 поставила. Вот. Этот поставила отдельно, просто в бутылку. Эти поставила в такой вот кувшинчик. Ну, показываю уже отцвевшие практически, засохшие. Из-за того, что покажу, что произошло с этим одним. Я подошла к этим, хотела, думаю, они еще вчера были симпатичные, это я снимаю на следующий день. Думаю, оторву просто эти листики засохшие, их еще поставлю немножко. А потом подошла к этому, смотрю, а у этого полностью листва. Свежая, хорошая, нормальная. Ну, что-то так наклонила бутылку. Думаю, может, здесь водичку поменять. И посмотри, что делается. О, корневая какая система выросла, хорошая. Вот, корни у него какие. Сколько лет обрезая, никогда такого не происходило. Вот, значит, получается, что иногда можно даже укоренять черенками. Не знаю, вот, где был горшочек. Сейчас насыплю туда дренаж. Землю и посажу его. Посмотрим, что получится. Вот захотелось с вами поделиться. Может быть, у кого-то так получалось. Но я никогда не видела, что корневая система появлялась. Сейчас я его посажу. Посмотрим, будет расти он или ничего из этого не выйдет. Сейчас засыплю земляной смесью, посажу. Посмотрим, что будет дальше. Эти чернобривцы у меня росли в бочке с огурчиками. Я посадила огурцы в бочку. Потом покажу вам видео. И вот они там очень высокие, красивые, причем остальные как-то не удались, а в бочке очень хорошо растут. Причем иногда сухо бывает в бочке, но и огурцы, и чернобривцы очень хорошо соседствуют друг с другом. Заходите к нам на канал, будет еще всего очень много интересного. И всего доброго, до новых встреч, пока-пока.